заявляю вам абсолютно просвещенно, люди этого не знают. ОМОНовцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестино. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг. И вы посмотрите, под этими бел-червоно-белыми стягами термины-то какие, слова. Это они придумали. Блицкриг не удался. Он был обречен за много лет до этого блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране. И он не произойдет никогда.